Сейчас прозвучит песня композитора Игоря Якушенко. Эту песню после записи ее на диске он спрашивал у Анны Герман, почему она не звучит на концертах. И он рассказывал, что она говорила, это моя жемчужинка, и не было пианиста, который бы сыграл ее так, как она звучит на записи. И благодаря вот знакомству с Ильей Гончаровым теперь эту песню можно включать в концерт смело. Как пишет о ней исследователь ее творчества, маленькие, одновременно расслабленные и глубокие сумерки рассказывают о единственной теме, которую Герман считал интересной и достойной воспевания, о любви, о ее ожидании, о предчувствии счастья. И рассказывала она это так же скромно, честно и умно, как прожила свою жизнь и как она пела. Музыка Игоря Якушенко, слова Льва Ошанина «Сумерки». Делится в сумерки сердце, надеется.